Владимир, мужчина ведет себя как скотина. Почему? Потому что либо ему сейчас очень плохо, либо его воспитали как скотину в целом, то есть он вообще по жизни такой. Либо вы его выбесили. Привет, горячий, все очень просто. Но, как правило, это, конечно, плохое воспитание, потому что человек достойный, человек хорошо воспитанный, будет себя вести как скотина, ну, в крайнем, в самом крайнем случае,